Акцент на здоровье школьников. В Минске уделяют особое внимание спортивным секциям для учащихся. В заводском районе для привлечения юных минчан к спорту реконструируют стадионы. В настоящее время, благодаря помощи нашей администрации, выделены финансовые средства на ремонт 7 школьных стадионов. 8-я школа, 43-я, 46-я, 117-я, 120-я, 131-я и 135-я школа. По данным школам будет произведена замена асфальтобетонного покрытия, замена баскетбольных стоек, установка новых скамеек, будет произведено благоустройство, посев нового газона, беговые дорожки будут отремонтированы, дорожки для разбега в прыжковую яму, замена бортового камня. Для населения, для жителей ближайших домов данные площадки очень востребованы в нешкольное время, в выходные дни, в вечернее собирается огромное количество молодежи. Сейчас, конечно, мы можем на более высоком уровне проводить уроки, внеклассные мероприятия, организовывать работу всевозможных спортивных секций, таких как у нас есть баскетбол, волейбол, футбол. У нас высокий процент учащихся школы посещают всевозможные спортивные секции. Я хожу на секцию по футболу. Я очень рад, что обновляют поле, и я буду играть на физкультуре с друзьями. Я увлекаюсь бегом и футболом. Ни на какие секции я не хожу, но, может быть, запишусь. Мы сначала занимаемся, а потом уже, когда останется свободное время, начинаем играть в футбол. Когда обновится стадион в школе, даже лучше начинается играть в футбол. Я очень рада новому покрытию. Теперь мы сможем поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. Конечно, это все делается для того, чтобы наши дети были здоровы. Завершить реконструкцию 7 стадионов планируют до конца сентября.